Боже, милости буди нам грешным. Создавай нас, Господи, помилуй нас. Без числа мы согрешили, Господи, прости и помилуй нас грешных. Благослови. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись, овны очистины от всяких скверны, и спаси, блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое Царство и сила и слава веки. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услышь, Господи, правду мою, внемли воплю моему. Прими мольбу из уст нелживых, от Твоего лица суд мне да изыдет. Да возрят очи Твои на правоту, Ты испытал сердцем и посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои, в делах человеческих по слову уст Твоих. Я хранил себя от путей притеснителей, утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои. К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже, преклони ухо Твое ко мне. Услышь слова мои, веди мною милость Твою, Спасителю, уповающих на Тебя, от противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих, укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими, на всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не сложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, не зложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей рукой Твою, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих, сыновья их сытые оставят остаток детям своим. А я в правде буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. К Тебе, Господи, возношу душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю. Да не постыжусь вовек, да не восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою, научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моих, преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня ради благости Твоей, Господи, благ и праведен Господь. Посему наставляет грешников на путь, направляет кротких правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни милости истинно к хранящим завет Его, откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение моего велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать душа его прибудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся Его и завет Свой он открывает им. Очи мои всегда Господа Его, Он извлекает из сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Призри на страдания мои, на изнеможение мои, прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какой лютой ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою, избавь меня, да не послужишь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Боже Израиля, от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедро Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего, очисти меня.
Ибо беззаконие мое сознаю, грех мой всегда предо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня, явил мне мудрость твою. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье. И возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лице твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святаго не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычеством утверди меня. Научу беззаконных путям твоим, нечестивые к тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже. Боже, спасение мое, язык мой восхвалит правду твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу твою. Ибо жертву ты не желаешь, я дал бы ее. К всесожжению не благоволи, жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенное и смиренного, ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй, Господи, по благоволению твою, Сион. Воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут те жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь твой тельцов. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. И ныне и присно, и войки. Богородица, ты сила, лоза истины, возрастившая нам плод живота. Тебе молимся, молись, владычица со святыми апостолы, помиловать и души наши. А Господь Бог благословен, благословен Господь день дня. Поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш, Бог спасатель. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земле, и хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое царствие, сила и слава веки. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Божий, долго терпеливый, много милостивый, много благоутробнее, и же праведный, любя и грешный, и милуй, и же вся завойка спасения, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наша в часть сей молитвы, исправи жизнь нашу к заповедям Твоим, души наши осветите, леса очисти, помышления свои, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, до ополчения мы соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенный сей во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без искления Бога, Слово Родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного, ими живи всех судьбами, спаси меня достойно раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Слава Вышнему Богу на земле, мир человеческий, благоволение. Слава Вышнему Богу на земле, мир человеческий, благоволение. Слава Вышнему Богу на земле, мир человеческий, благоволение. Господи, усне мои ответишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, усне мои ответишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, как умножились враги мои, многие восстают на меня. Многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мной, слава моя, и Ты возносишь голову мою.
Гласом моим зваю Господу, и Он слышит меня со той горы своей. Ложусь, я сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не боюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь в зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не в гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя тяготели на мне, смердя гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем паник, весь день сетую хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхания мои не сокрыты от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя, и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои искренне отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие души мои ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей, и замышляют всякий день козни. А я как глухой не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой, и я сказал, да не восторжествуют надо мной враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. Враги мои живут и укрепляются, и умножаются, ненавидящие меня безвинно, и воздающие мне злом за добро, враждуют против меня, за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Боже ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя, так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои, как туками и леем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляет Тебя уста мои, когда я вспоминаю Тебя на постели моей, размышляю Тебя в ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня, а те, которые ищут погибели в душе моей, сойдут преисподней земли, сразят их силой меча, достанутся не в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо загородятся уста, говорящие неправду. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, днем вопию, ночью пред Тобою, да унизит пред лице Твоя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящей в могилу, я стал, как человек без силы между мертвыми брошенный, как убитый, лежащий в гробе, о котором ты уже не вспоминаешь, и которые от руки Твои отринуты. Ты положил меня ров преисподний, во мрак, в бездну. Отяготела на меня ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключенный не могу выйти. Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя, истина Твоя вместе тления? Разве во мраке познаю чудеса Твои, и в земле забвения правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лицо Твое от меня? Я несчастен и истаиваюсь юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашение Твои сокрушили меня. Всякий день окружает меня, как вода, облегает меня все вместе». Ты удалил от меня друга искреннего, знакомых моих не видно.
Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью щедротами, насыщает благами желания Твои, обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым, дела Свои. Щедрый милостив Господь, долго терпелив и много милостив. Не до конца гневается, ни вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол Свой, и Царство Его всем обладает. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силы, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. Благословите Господа все воинство Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа. Господи, услышь молитву мою, внемли моленью моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждая о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою. Ибо я Твой раб. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Христу, и во веки веков. Аминь. Житие и подвиги страдания святого славного и всехвального верховного апостола Петра. Память 29 июня. Брат первозванного апостола Андрея, святой апостол Петр, носивший до призвания Господом Иисусом Христом имя Симон, сын Иудея Ионы из колена Симеонова, происходил из Вифсаиды, незначительного и малоизвестного галилейского городка в Палестине. Он взял себе в супружество дочь Аристовула, брата святого апостола Варнавы, и имел от нее детей, одного сына и одну дочь. Симон был человек бесхитростный и некнижный, проникнутый страхом Божьим. Он соблюдал все заповеди Господа, ходя пред ним без порока во всех делах своих. Занятие Симона было рыболовство. Этим трудом рук своих он, как человек бедный, снискивал пропитание для своего семейства, кормя жену, детей, тещу и престарелого отца своего Иону. Брат же Симона Андрей, пренебрегая суетой мятежного мира, вступил на путь безбрачной жизни. Он пошел на Иордан к святому Иоанну Крестителю, проповедовавшему о покаянии, Матфея 3 глава с 1 по 17 стих, и сделался его учеником, слыша свидетельство учителя своего о Христе Мессии, и особенно слова его с указанием перстом на Господа: «Вот Агнец Божий» Иоанна, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29-36 стихи. Андрей оставил Иоанна и вместе с другим крестителевым учеником пошел во след Господа, вопрошая его: «Рави, где живешь?» «Пойдите и увидите», – отвечал им Спаситель.
Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 38-39 стихи. На следующее утро Андрей пришел к брату своему Симону и сказал ему: «Мы нашли Мессию Христа». И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит камень, Петр. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 41-42 стихи. «И тотчас святой Петр возгорелся любовью к Господу, уверовав в него, как истинного Христа, посланного Богом на спасение мира. Но он все еще не покидал своего дома и не оставлял своего занятия, доставляя своим домашним необходимое для прожития. В этот ради престарелого отца помогал иногда Симону и брат его Андрей. Так жили они до времени призвания Господом на апостольское служение. Однажды после заключения Иоанна Крестителя в темницу Господь Иисус Христос проходил близ моря Галилейского, оно известно еще под именем моря Тивериадского или озера Генесарецкого, и, увидев Петра и Андрея, закидывающих сети в море, сказал им: «Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков». Матфея 4 глава 18-20 стихи. Какими же именно ловцами Господь хотел сделать их, на это Господь указал чудесной ловлей рыбы. Войдя в лодку Симона Петра, Христос повелел ему закинуть сети, на что Петр отвечал: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закинем сеть». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, что было прообразом духовной апостольской ловитвы. Апостолам предстояло уловить многие народы на спасение мрежей Слова Божия. Увидев такое чудо, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. В ответ Петру, призывавшему Господа удалиться от него, Спаситель, наоборот, призывает его последовать за собой: «Гряди за мною, отныне будешь уловлять людей для жизни, подобно тому, как ранее ловил рыб для смерти». С этого времени святой апостол Петр следует за Христом, как и брат его Андрей, прочие только что призванные ученики. Господь любил апостола Петра за его простосердечие. Он посетил бедный дом Симона, где исцелил прикосновением руки его тещу, лежавшую в горячке. А когда утром Господь, восстав, удалился на молитву в пустынное место, то Петр и бывшие с ним, не терпя одного часа быть без Господа, пошли за ним, старательно отыскивая любимого учителя, и нашедшие его сказали ему: «Все тебя ищут, Господи». Марка 1 глава 30-37 стих. И не отлучался святой апостол Петр от Господа, но неотступно находился при нем, наслаждаясь его лицезрением и его словами, сладчайшими паки меда. Он был очевидцем многих и великих чудес Господа, ясно указывающих на Христа как Сына Божия, в которого веровал без всякого сомнения. А как веровал сердцем в правду, так и устами исповедал во спасение. Когда Господь пришел в страны Кесарии Филипповой, то спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон Петр ответил: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Это истинное исповедание апостола Господь удостоил ублажения обетования. Он сказал святому Петру: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Горевший теплотой и теплой любовью к Господу, святой апостол Петр желал, чтобы никакое зло не коснулось Господа. Поэтому, когда Господь предсказывал свое страдание, он прикословил ему, говоря по неведению: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Хотя эти слова апостола и не были угодны Господу Иисусу, который на то и пришел, чтобы своим страданием искупить от погибели человеческий род, то тем не менее они внушены были усердной любовью к Господу. В них обнаруживалось, кроме того, и незлобие апостола. Услышав укоризненное слово Господа: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн»,
Апостол не почувствовал гневного раздражения и не удалился от Христа Спасителя, но с любовью, выслушав порицание, еще с большим усердием следовал за Господом. Матфея 16 глава, 13-23 стихи. Однажды многие из учеников, не могшие вместить слова, слов Господних, говорили о них: «Какие странные слова, кто может это слушать?» И затем отошли от Спасителя и уже не ходили с Ним. Тогда Господь Иисус сказал 12: «Не хотите ли вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 53-58 стихи. Имея такую веру и такое усердие Господа, святой апостол Петр дерзнул просить у него дозволения прийти к нему по воде. Господь не возбранил этого. Тогда святой апостол Петр, выйдя из лодки, пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но не имея до приятия Святого Духа совершенной твердости в вере, он, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Матфея 14 глава, 28-31 стихи. Господь, избавивший святого апостола от потопления, избавил его и от маловерия, когда сказал ему: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Лука, Евангелие от Луки, 22 глава, 31-32 стих. Продолжение следует. «Помощник и покровитель явился ко мне ко спасению. Он Бог мой, прославлю его, Бог Отца моего и превознесу его, ибо он торжественно прославился. Помилуй мя, Боже, помилуй мя». С чего начну я оплакивать деяния злосчастной моей жизни? Какое начало Христе положу я нынешнему моему сетованию? Но ты, как милосердный, даруй мне оставление при грешении. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Несчастная душа, приди с плотью своей, исповедайся Создателю всего. Воздержись, наконец, от прежнего безрассудства и принеси Богу слезы с раскаянием. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Подражав первозданному Адаму в преступлении, я осознал, что за грехи мои я обнажен от Бога, лишен Бога, от вечного царства и сладости сего царства. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Увы, несчастная душа, зачем ты уподобилась первой жене Еве? Не с добром ты посмотрела, уязвилась жестоко, прикоснулась к дереву, необдуманно вкусила безрассудной снеди. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Вместо чувственной Евы во мне восстала Ева-мысленная, страстный плотский помысл, обольщающий приятным, но вкусу доставляющий всегда горький напиток. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Спаситель Адам достойно был изгнан из Эдема, как не сохранивший одной твоей заповеди. Что же должен претерпеть я, всегда отвергающий свои животворные наставления? Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Пресносущная Троица, которой мы поклоняемся в одном существе, сними с меня обременительную тяжесть греха и по своему милосердию даруй мне умилительные слезы и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородица, надежда и помощь всем прославляющим Тебя, сними с меня обременительную тяжесть греха и, как непорочная владычица, прими меня, кающегося. Внемли, небо, я буду возвещать и воспевать Христа, пришедшего во плоти от Девы. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Внемли, небо, я буду возвещать, земля, прислушайся кающемуся и прославляющему Бога голосу. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Боже, Спаситель мой, воззри на меня милостивым Твоим оком и прими мою пламенную исповедь. Помилуй мя, Боже, помилуй
Твой мя. Я один более всех людей согрешил пред Тобою, но, о, Спаситель, жалься над Твоим созданием. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Отобразив на себе безобразие моих страстей, я исказил красоту ума сластолюбивыми стремлениями. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Милосердный Господи, меня охватывает ураган зла, но как Петру и мне ты простри руку. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я осквернил одежду моей плоти, Спаситель, и изгрязнил то, в чем образ Твой и подобие. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Удовольствиями страстей я омрачил красоту души и весь ум, все совершенно в прах превратил. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне я изорвал мою первую одежду, которую соткал мне Спаситель вначале, и потому лежу нагим. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я облегся в изорванную одежду, которую соткал для меня змей коварством, и потому стыжусь. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Милосердные слезы блудницы я проливаю, смилуйся надо мною, Спаситель, по Твоему благоснисхождению. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я взглянул на красоту древа и прельстился в уме, и теперь лежу нагим и стыжусь. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Все начала вожди страстей пахали на хребте моем, растягивая вдоль по мне беззаконие свое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Воспевайте во единого в трех лицах Бога всех, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пречистая Богородица, Ты одна всеми воспеваемой усердно моли о нашем спасении. На неподвижном камне заповеди Твои, Христе, утверди мое помышление. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Некогда дожди погонят Господа, Господь попалил землю садом. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Душа, спасайся, как праведный Лот на горе, поспешай укрыться в Сигор. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Беги, душа, воспламенение, беги, содомского пожарища, беги, истребление божественным пламенем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Христос, Спаситель, согрешил я, один согрешил пред Тобою больше всех. Не презирай меня, помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ты добрый пастырь, отыщи меня, агнца, и не презирай меня, заблудившегося. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Спаситель, я пред Тобою исповедуюсь, безмерно согрешил я против Тебя. Но по Своему милосердию отпусти, прости меня. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. О Троица, Единица Боже, спаси нас от заблуждений, искушений, опасностей, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Радуйся, чрево, вместившее Бога, радуйся, престол Господень, радуйся, Матерь нашей жизни. Господи, пророк услышал о Твоем пришествии, устрашился, что Ты хочешь родиться от Девы и явиться людям, и сказал: «Я услышал о Тебе весть и устрашился, слава силе Твоей, Господи! Помилуй мя, Боже, помилуй мя!» Правосудный Господи, не презирай своих дел, не оставляй Твоего создания, человеколюбец, хотя я как человек и один согрешил более всякого человека, но Ты, как Господь всего, имеешь власть отпускать грехи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Душа, близится конец, близится, а Ты не радеешь, не готовишься, время сокращается, восстановись. Судья близко при дверях, протекает время, как сон, как цвет. Зачем же мы напрасно суетимся?
помилуй меня, Боже, помилуй меня. Пробудись, душа моя, поразмысли о совершенных тобой деяниях, представь их пред своими очами, капля за каплей проливай свои слезы, безбоязненно открывай Христу свои дела и помышления и оправдайся. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. В жизни нет ни греха, ни деяния, ни зла, в которых я не согрешил бы. Спаситель умом, словом или намерением, я, как никто другой, погрешивший намерением и мыслью, и делом. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Потому обвиняюсь, потому осуждаюсь я злосчастной своей совестью, строже которой нет ничего в мире. Судья, избавитель мой, испытатель, пощади, защити и спаси меня, раба твоего. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Лестница, которую в древности видели великие из патриархов, служит, душа моя, указанием на восхождение делами и равно также на возвышение разумом. Посему, если желаешь жить в деятельности и в разумении и созерцании, обновляйся. Помилуй меня, Боже, помилуй. Уймя, по нужде патриарх претерпевал дневной зной и ночной мороз, ежедневно сокращая время, пася, оберегая стада и работая, дабы жениться на двух женах. Помилуй меня, Боже, помилуй. Уймя, под двумя женами понимай деятельность и разумение, созерцание и подлию, как многочадную деятельность, а под рахилию, как полученную через многие труды и разумение. Ибо без трудов ни душа, ни деятельность, ни созерцание не будут совершенствоваться. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Единое, нераздельное по существу, неслиянное в лицах Божество Святой Троицы. Тобою соцарственное и сопрестольное я научаюсь боговедению. Я возношу тебе троекратно и в мире горнем воспеваемую песнь. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Ты, Богородица, рождаешь, и вместе остаешься девою, сохраняя и в том, и в другом случае по естеству девства. Из тебя родившийся обновляет законы естества, а рождает девственное чрево. Где пожелает Бог, там нарушается порядок природы, ибо Он творит, что благоизволит. Человеколюбец, молюся, просвети меня, бодрствующий от ночи, путеводи меня в Твоих повелениях и научи меня, Спаситель, исполнять Твою волю. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я постоянно проводил в ночи жизнь свою, ибо мраком и глубокой мглою была для меня ночь греха. Но покажи меня сыном дня, Спаситель. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Подражая Рувиму, я совершил несчастное законопреступное дело пред Всевышним Богом. Я осквернил ложе мое, как тот отче. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Христе царю исповедуюсь пред тобой, я согрешил, как некогда братья, продавшие Иосифа, плод чистоты и целомудрия. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. С родниками связана была праведная душа, и возлюбленный был продан в рабство, в прообраз Господа. Ты же, душа, сама всю продала себя своим мерзостям. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Несчастная и бесславная душа, подражай разуму праведного и целомудренного Иосифа. Непрестанно беззаконствуя, не сквернись безрассудными стремлениями. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Владыка Господи Иосиф некогда был во рве, но в прообраз твоего погребения и воскресения принесу ли когда что подобное тебе я. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Тебя, Престая Троица, мы прославляем за единого Бога. Свят, 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 Отец, Сын и Дух. Простая сущность, присно поклоняемая единица,
и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Нетленная, не познавшая мужа, Матерь Дева, из тебя облекся в мой состав, сотворивший веки Бог, и в себе самом соединил человеческое естество. От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада преисподнего, и воззвал жизнь мою от тления. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Искренно прошу тебя, Спаситель, слезы очей моих и воздыхание из глубины при вопле сердца. Боже, согрешил я пред тобой, умилосердись надо мною. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Когда Фана Аверон отклонилась ты, душа, от своего Господа, но дабы не поглотила тебя пропасть земная, воззови из ада преисподнего, пощади. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Рассвирепев, как юница, ты уподобилась душа Ефрему, но окрылив ум деятельностью и созерцанием, оберегай жизнь, как оберегается серна от тенет. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Пусть рука Моисея убедит нас, душа, как может Бог убелить и очистить прокаженную жизнь, и не отчаиваясь сама за себя, хотя ты и поражена проказою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отец, Сын и Божественный Дух свидетельствуют, что они суть несложная, нераздельная, лично раздельная Троица и соединенная естеством единица, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Твоя утроба родила нам, принявшего наш образ Бога, которого как Творца всего умоляй, дабы нам оправдаться по Твоим молитвам. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Душа моя, восстань, что ты спишь, конец приближается, и ты смутишься. И так трезвись же, дабы тебя пощадил везде сущий и все исполняющий Христос Бог. Мы грешили, беззаконствовали, неправо поступали пред тобою, не сохранили, не исполнили, что заповедал ты нам. Но, Боже Отцу, не оставь нас до конца. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я грешил, беззаконствовал, нарушил Твою заповедь, так как я и предварен рождением во грехах, и еще приложил к язвам раны, но милосердный Боже отцов наших, сам помилуй меня, Боже, помилуй меня. Пред Тобою, Судьей моим, я открыл тайны сердца своего. Возри на смирение мое, возри на скорбь мою, внемли осуждению моему и ныне. И как милосердный Боже Отцов, сам помилуй меня, Боже, помилуй меня. Некогда Саул, потеряв ослиц своего отца, неожиданно получил при известии о них царство. Смотри же, душа, не забывайся, предпочитая свои скотские вожделения царству Христову. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Душа моя, если Бог Отец Давид и сугубо некогда согрешил, но был уязвлен стрелою прелюбодеяния, сраженный копьем мщения за убийство, ты же сама страдаешь гораздо тягчайшими сих деяниями, произвольными стремлениями. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Давид некогда присоединил беззаконие к беззаконию, и к убийству он примешал прелюбодеяние, но он вскоре принес и сугубое покаяние. Но ты, коварнейшая душа, совершила большие грехи, и не раскаявшись, притом пред Богом. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Некогда Давид, как бы живописуя на картине, начертал песнь, которую он обличает совершенный им проступок, взывая «Помилуй меня, ибо пред Тобою единым Богом всех согрешил я, сам очисти меня». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков. Аминь. Бог Троица воспевает, как
воспевается, как Троица простая, нераздельная, единосущная, единое естеством, как свет и свет, и три святые, едино лицо свято, но душа воспой, прослави жизнь и жизни всех Бога, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мы воспеваем Тебя, благословляем и поклоняемся Тебя, Богородительница, так как Ты родила, породила единого из нераздельной Троицы Христа Бога и сама открыла нам, живущим на земле, небесное. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Все существа и творения воспевайте, благословляйте, превозносите во все веки. Кого прославляют воинство небесное, трепещут херувимы и серафимы. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Помилуй меня, грешника, Спаситель, пробуди мой ум к обращению, прими кающегося, умилосердие взывающему. Я согрешил пред Тобою, спаси, я беззаконствовал, помилуй меня. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Некогда везомый на колеснице Илья, восшедший на колесницу добродетелей, вознесся превыше всего земного, как бы на небеса, о его восходе помышляй, душа моя. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Некогда принявший милость Илии, Елисей получил сугубую благодать от Господа, но ты за невоздержание не получила сей благодати, душа моя. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. При посредстве Елисея течение Иордана милостью Ильи некогда остановилось по ту и другую сторону, но ты за невоздержание не получила сей благодати, душа моя. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Некто самонитянка с добрым расположением угостила праведника, ты же, душа, не приняла в свой дом ни странника, ни пришельца, зато будешь извержена вон из чертога брачного с рыданием. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Несчастная душа, ты постоянно подражала нечистому нраву Гиезия, хотя в старости отринь его сребролюбие и оставив свои злодеяния, избегни всякого огня гиенского. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, безначальный Отче, безначальный Сын и Утешитель, добрый Дух правды, Родитель Слова Божия, безначальное Слово Отца, животворящий, созидающий Дух, единая Троица, помилуй меня, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пречистая, мысленная багряница плоть Эммануила соткалась внутри Твоего чрева, как бы из вещества пурпурного, потому мы почитаем Тебя, истинную Богородицу. Рождество от бессеменного зачатия неизъяснимо, плод безмужной матери нетленен, рождение Бога обновляет естества. Посему Тебя мы, все роды православно, величаем, как Матерь Бога невесту. Пресвятая Богородица, моли Бога о нас. Ум изранился, тело изленилось, дух болезную, слово потеряло мощь, жизнь замерла, конец при дверях, и так. Как же будешь ты поступать, злосчастная душа, когда явится судья, исследуя дела твои? Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я воспроизвел пред тобой, душа, сказание Моисея о миробытии и затем все заветное писание, повествующее о праведных и неправедных, но ты, душа, согрешая пред Богом, подражала не первым, а последним. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Ослабел закон, не воздействует Евангелие, пренебрежено тобою все Писание, пророки, и всякое слово праведника потеряли силу. Язвы твои, душа, умножились, так как не находится врача тебя исцеляющего. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Дабы привести тебя, душа, в умиление, я привожу тебе примеры из Писания Новозаветного. Итак, соревнуй праведным и отвращайся грешных, и молитвою, постом, чистотою и непорочностью умилостивляй Христа. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Христос сделался человеком, призвал к покаянию блудниц и разбойников. Покайся, душа, уже отверзлась дверь к царствию. Ее на перерыв заполняют кающиеся фарисеи, мытари и прелюбодеи.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Христос вочеловечился, приобщившись ко мне плотью, и Он добровольно переиспытал все, за исключением греха, свойственного естеству, показывая тебе, душа, образец и пример своего нисхождения. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Христос спас волков, созвал пастырей множество младенцев, соделал мучениками, прославил старцы, престарелую вдовицу, деяниями и жизнью их ты не подражала, душа, но горе тебе, когда предстанешь на суд. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 40 дней постившись в пустыне, Господь, обнаруживая в себе человеческое естество, наконец залкал, не унывая, душа, если враг устремится на тебя, но да отразится он от ног твоих молитвами и постом. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Станем прославлять Отца, превознесем Сына, и с верой поклонимся Божественному Духу, нераздельной Троице, единице по существу, как животворящему и просвещающему пределы свету и светом жизни и жизням, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пречистая Богородительница, охраняй свой град, под Твоей защитой он царствует с верою, и от Тебя получает крепость, и при Твоем содействии неотразимо побеждает всякое бедствие, берет в плен врагов и держит их в подчинении. Преподобный Отче Андрей, моли Бога о нас. Достооблажаемый Андрей, пастырь Критский, не переставай молиться за воспевающих Тебя, чтобы нам всем, искренне почитающим память Твою, избавиться от гнева, скорби, вреда и безмерных прегрешений. Помощник и покровитель явился мне ко спасению. Он Бог мой, прославлю Его, Бог Отца моего и превознесу Его, ибо Он торжественно прославился. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Превзойдя Каинова убийства, я по сознательному соизволению через оживление плоти сделался убийцей души, вооружившись против нее злыми моими деяниями. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я не сравнился, Иисусе, в праведности с Авелем, никогда не приносил Тебе приятных даров, ни дел богоугодных, ни жертвы чистой, ни непорочной жизни. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Мы, злосчастная душа, как Каин, принесли Создателю всего порочную, непорочную жертву, нечестивые дела и непотребную жизнь, потому-то мы и осуждены. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Ожелтоивший земной страх, земной прах, скудельник ты даровал мне плоти, кости, дыханием и жизнь. Но, Творец мой, Искупитель и Судья, прими меня, кающегося. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я открываю пред Тобою, Спаситель, соделанные мной грехи и раны души и тела моего, которые разбойнически нанесли мне внутренние убийственные помыслы. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Спаситель, если я и согрешил, но знаю, что Ты человека любит, Ты казнишь сострадательного и горячо милуешь, взираешь на плачущего, и как отец поспешаешь призвать потерянного. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Пресносущная Троица, которой мы поклоняемся как единству. Сними с меня обременительную тяжесть греха и по своему милосердию даруй мне умилительные слезы. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты надежда и помощь всем прославляющим Тебя. Сними с меня обременительную тяжесть греха и, как непорочная владычица, прими меня кающегося. Внемли, небо, я буду возвещать и воспевать Христа, пришедшего во плоти от Девы. И мне грех сшил кожаные ризы, сняв с меня боготканную прежнюю одежду. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Как смоковными листьями облегся я одеянием стыда в изобличение самовольных страстей моих. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я нарядился в постыдно запятнанную, гнусно окровавленную, истечение страстной
любословной жизни одежду. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я подвергся мучению страстей и вещественному тлению, и оттого ныне гнетет меня враг. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Предпочтя нестяжательности жизнь, привязанных к земным вещам, и любостяжательную, я нахожусь теперь под тяжким бременем. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я украсил кумир плоти разноцветной одеждой гнусных помыслов и подвергаюсь осуждению. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я позаботился с усердием об одном внешнем благоукрашении, не обратив внимания на богообразную внутреннюю скинию. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я засыпал страстями красоту первобытного образа Спаситель. Ты, как некогда драхму, взыщи и найди ее. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Согрешил, и как блудница взываю к тебе. Один я согрешил пред тобою, прими, Спаситель, и от меня мира слезы. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Спаситель, как мытарь, я взываю к тебе, смилуйся надо мною, я согрешил пред тобою, как никто из чад Адамовых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, воспеваю тебя единого в трех лицах Бога всех, Отца, Сына и Святого Духа, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пречистая Богородица, Дева, ты одна, всеми воспеваемая, усердно моли о нашем спасении. На камне твоих заповедей утверди, Господи, поколебавшееся сердце мое, ибо ты один, святый Господь. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. В тебе, истребитель смерти, нашел я источник жизни, и прежде кончины взываю тебе от сердца моего. Согрешил я, смилуйся, спаси меня. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Согрешил я, Господи, согрешил пред тобою, смилуйся надо мною, ибо между людьми нет грешника, которого бы не превзошел я прегрешениями. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я подражал необузданно поступившим современникам Ноя, унаследовал их жребие потопления потопом. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Подражая отцу-губителю Хаму, ты не прикрыла душа, отвернувшись назад лицом срамоты ближнего. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Избегай, душа моя, воспламенения греха, как Лот убегает от Содома и Гоморры, избегай пламени всякого безрассудного стремления. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Господи, помилуй, взываю к Тебе, помилуй меня, когда придешь с ангелами своими воздать всем по достоинству их дел. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Несозданное, безначальное, по естеству прославляемое в трех ипостасях простая Троица, спаси нас, верой поклоняющихся Твоей власти, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, ты не испытавши мужа, во времени родила прежде век от Отца исходящего Сына, и, о странное чудо, сохранивши девство при млекопитании. Продолжение жития святого апостола Петра. Вместе с двумя другими учениками, Яковом и Иоанном, святой апостол Петр удостоился видеть на Фаворе открытую им славу преображения Господня и своими ушами слышать глас Бога Отца, свыше пришедший Господу Иисусу. Об этом святой апостол так упоминает в своем послании. Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывшие очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с неба, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. Когда Господь приблизился к вольным страданиям своим и к крестной смерти,
Тогда святой апостол обнаружил свою ревность по Господе не только словом, сказав: «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти», Евангелие Луки 22:33 стих, но и делом, извлекши меч и ударом его, отрезав ухо рабу архиерея Малху, Евангелие Тана, 18 глава, 10 стих. Хотя Бог по смотрению своему и попустил апостолу Петру впасть в троекратное отречение от Христа Спасителя, Господа нашего, но он восстал и исправился через истинное раскаяние, соединенное с горькими рыданиями, Матфея 26 глава, 69-75 стихи. Святой Петр, первый из всех апостолов, сподобился увидеть воскресшего Господа Иисуса Христа, как говорит об этом святой евангелист Лука: «Господь истинно воскрес и явился Симону», Лука 24:34. О том же пишет и святой апостол Петр: «Христос воскрес в третий день по Писанию и явился Кифе, потом 12, 1 Коринфянам 15 глава, 4-5 стихи. Узрев Господа, святой Петр исполнился невыразимой радостью, прияв от него и милостивое прощение своего греха. Троекратное отречение от Господа он окончательно изгладил троекратным исповеданием своей любви к Спасителю, отвечая ему на его вопрос троекратный: «Симон Ионин, любишь ли ты меня? Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». И Христос Спаситель восстановил Петра в апостольском достоинстве, соделав его пастырем словесных овец и вручив ему ключи Царства Небесного. Евангелие Тана, 21 глава, 15-17 стихи. По вознесении Господа нашего Иисуса Христа, святой Петр, как верховный среди апостолов, явился первым учителем, проповедником Слова Божия, приобретя одним часом Церкви Христовой до 3000 верующих душ. Деяния 2 глава 14-41 стихи. При этом он обнаружил великую чудодейственную силу. Входя со святым Иоанном в храм для молитвы, святой Петр увидел одного хромого от рождения человека, сидевшего при дверях храма, называемых Красными. Он, увидев Петра и Иоанна, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колено, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Через это чудо и проповедь святого апостола Петра уверовало во Христа около 5000 человек. Деяния 3 глава, 1-26 стихи, 4 глава, 4 стих. Жители Иерусалима, Анании и жену его Сапфиру, святой Петр умертвил словом за святотатство и ложь святому духу. Деяния 5 глава, 1-10 стихи. В Лидде расслабленного Инея, 8 лет лежавшего на одре, он исцелил, сказав ему: «Иней, исцеляет тебя Иисус Христос». Деяния 9 глава, 32-34 стихи. В Иопии он воскресил умершую девицу Тавифу. Деяния 9 глава, 36-42 стихи. И не только руки и слова его были чудодейственны, но даже и самая тень его подавала исцеление. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Деяния 5 глава, 15 стих. И когда царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви в Иерусалиме, чтобы сделать им зло, и, убив мечом Якова, брата Иоанна, схватил святого Петра и посадил в темницу, сковав двумя цепями, то ангел Господень ночью разрешил его от оков и освободил от злоключения. Деяния 12 глава, 1-10 стихи. Верховный апостол Петр первый открыл дверь веры язычникам, крестив в Кесарии римского сотника Корнилия, после видения неспущенного с неба полотна, полного четвероногими и гадами, и голоса, повелевающего Петру заколоть все это и есть, и не почитать нечистым того, что Бог очистил. Видение это было знамением обращения ко Христу язычников. Деяния 10 глава с 1 по 48 стихи. Святой апостол Петр обличил Симона волхва самаритянина, лицемерно принявшего крещение и хотевшего за деньги купить дар Святого Духа. «Серебро твое, — сказал апостол волхву, — да будет погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем чести и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся всем в грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустит тебе помысл сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Деяния 8 глава,
18-23 стихи. Здесь помянуты и другие деяния святого апостола Петра, более подробно изложены во Святом Евангелии и книге «Деяний святых апостолов», которые постоянно читаются в храмах и вслух верующих. Поэтому не было нужды в видах кратости слова из этих книг Священного Писания брать подробно все, касающееся святого апостола Петра. Книги эти хорошо должны быть известны православным христианам. О дальнейших же благовестнических подвигах и трудах святого апостола Петра, мало кому известных, святой Симеон Метафраз говорит следующее. Из Иерусалима святой Петр пришел в Кесарию Стратонинскую, где поставил епископа из пресвитеров, следовавших с ним. Исцелив многих в Сидонии, поставив здесь епископа, он прибыл в Верит. И тут также поставил епископа. Затем он пришел в Вивлы и отсюда в Трирополь Финикийский, где обитал у одного разумного мужа Марсона, которого и рукоположил во епископы верным этого города. Из Триполи он пришел в Варфостию, затем в Антраду, потом на остров Арадос, далее в Аланию, Пант и Лаодикию. Последний он исцелил многих больных, изгнал от одержимых нечистых духов и собрал церковь верных, дав им епископа. Из Лаодикии святой Петр пришел в Антиохию, город Сирии, где скрывался Симон Волк от воинов, посланных римским императором Клавдием, чтобы его взять. Узнав о пришествии святого апостола Петра, Симон убежал в города Иудеи. В Антиохии святой Петр исцелил многих недужных и после проповеди о едином Боге в трех лицах поставил епископов Маркиана для Сиракуз Сицилии и Панкратия для Травмаминии. Из Антиохии святой Петр пришел в Таниан Каппадокийский, отсюда посетил Анкиру Галатийскую, в которой воскресил мертвеца и устроил церковь, многих огласив крестив и поставив им епископа. Оставив Анкиру, он направился в Синоп Понтийский и отсюда пришел в Амасию, занимающую средину Понтийской земли. Затем пробыл в Гангрии Памфлагонском, Клавдиаполе, Гонардиайском и Финикийском Никодимии. Святой апостол остановился в Никее, намереваясь идти в Иерусалим на праздник Пасхи. Он из Никеи повернул назад, пришел Писсинунт, а потом в Каппадокию и Сирию. Снова посетив Антиохию, он наконец достиг Иерусалима. В одни его пребывания здесь к нему пришел на третий год после своего обращения ко Христу святой апостол Павел, как сам он сообщает об этом в послании Галатам. «Спустя 3 года ходил я в Иерусалим, видеться с Петром и пробыл у него дней 15». Галатам 1 глава 18 стих. Уставив за это время церковные законоположения, святой Павел отошел на дело, к которому был призван. Святой же апостол Петр опять посетил Антиохию, где поставил епископа Еводия. Прибыв потом в Сенат, город Фригии, он удалился из него в Никомедию, и в ней он поставил епископа Прохора, который по принятии епископа следовал за святым Иоанном Богословом. Придя из Никомедии в Илион, город Геллеспонтский, святой апостол поставил здесь епископом Корнилия Сотника и возвратился в Иерусалим. Тут явился святому Петру в видень Господь Иисус Христос, говоря: «Встань, Петр, иди на запад. Настало время пресветиться ему твоей проповедью. Я же пребуду с тобою». В это время Симон Волк был уже взят искавшим его воинами и приведен в Рим, чтобы принять наказание по своим делам. Но он, омрачив волшебной хитростью умы многих, так обольстил их, что не только не понес наказание, а даже многими начал почитаться как Бог с маленькой буквы. Этот предтеча сатаны настолько изумил своим волшебством самого кесаря Клавдия, что была изваяна статуя волхва и поставлена между двумя мостами на Тибре с такой надписью: «Симону, святому Богу». Об этом подробно пишут Иустин и Ириней. «Мы же, — говорит Симеон Метафраст, — возвратимся к предстоящему нам слову. Великий Петр, возвестив братья о бывшем видении, простился с ними и, посещая церкви, снова прибыл в Антиохию, где застал святого апостола Павла. Здесь он поставил епископа Фурвана, Тарсу, Эпафродита, Левкии,
Адрианатийской, Апеллия, брата Поликарпа, Смирне и Фигелла, Ефесу. О последнем говорят, что он, уклонившись с правого пути, вступил в общение с Симоном. Из Антиохии святой Петр пришел в Македонию, где тоже поставил епископов Олимпа филиппийцам, Иосона солунянам и коринфянам Силу, которого нашел пребывающим у святого апостола Павла. Поставив Патрия епископом Иродиона, святой Петр отплыл в Сицилию и, придя в Травмению, на краткое время остановился у Панкратия, красноречивого мужа, огласив и крестив здесь некого Максима, и поставил его епископом и прибыл в Рим. Продолжение следует. Услышал пророк. О пришествии твоем, Господи, и устрашился, что тебе угодно родиться от девы и явиться людям. И сказал, услышала весь о тебе и устрашился. Слава силе твоей, Господи! Благодарю тебя, Христе, Боже наш! Бодрствуй, душа моя, будь мужественна, как великих патриархов, чтобы приобрести себе дело по разуму, чтобы обогатиться умом, видящим Бога, и проникнуть в неприступный мрак в созерцание и получить великое сокровище. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Великий из патриархов, родив 12 патриархов, таинственно представил тебе, душа моя, лестницу деятельного восхождения, премудро расположив детей, как ступени, а свои шаги, как восхождение вверх. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Подражая ненавидимому Исаву, душа ты отдала соблазнителю своему первенства первоначальной красоты и лишилась отеческого благословения, и несчастная пала дважды деятельностью и разумением. Поэтому ныне покайся, это твой голос, Иисус, снова зовет меня восстать и следовать за тобою. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Исав был назван Идомом за крайнее пристрастие к женолюбию. Он, непрестанно разжигаясь невоздержанием и оскверняясь любострастием, назван Идомом, что значит распаление души грехолюбивой. Ты избавил верных твоих от подобного греха. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Слышав об Иове, сидевшем на гноище, ты, душа моя, не подражала ему в мужестве, не имела твердой воли во всем, что узнала, что видела, что испытала, но оказалась нетерпеливою. Ты же, искупитель мой, даруешь терпение, ибо горе потерявшим его. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Бывший прежде на престоле, теперь на гноище обнаженный, изъязленный, имевший многих детей и знаменитый, внезапно стал бездетным и бездомным. Гноище считал он своим чертогом и язвой, драгоценными камнями. Ты, Боже, давал мне силы переносить посланные испытания. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Нераздельным по существу, неслиянным в лицах богословски исповедую тебя, троичное, единое божество, соцарственное и сопрестольное. Возглашаю тебе великую песнь в небесных обителях, троекратно воспеваемую, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, и рождаешь ты, остаешься дею в обоих случаях, сохраняя по естеству девство. Рожденный тобой обновляет законы природы, а девственное чрево рождает. Когда хочет Бог, то нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет. От ночи бодрствующего просвети меня, молю, человеколюбец, путеводи меня в повелениях твоих и научи меня, Спаситель, исполнять твою волю. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Ты слышала, душа, корзинки с Моисеем в древности носимом водами в волнах реки, как в чертоге, избегшим горестного последствия замысла фараонова. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Если ты слышала, несчастная душа, о повивальных бабках, некогда умерщвлявших новорожденных младенцев мужеского пола, то теперь, подобно Моисею, млекопитайся мудростью. Благодарю тебя, Господи, Боже мой!
Подобно великому Моисею, поразившему египтянина, ты не умертвила бы несчастная душа гордого ума. Как же, скажи, вселилась бы ты в пустыне от страстей через покаяние? Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Великий Моисей поселился в пустыне, иди и ты, душа, подражай его жизни, чтобы и тебе увидеть в терновом кусте явление Бога. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Изобрази, душа Моисея, в жезл, поражающий море и огустевающий глубину в знамение Божественного креста, которым и ты можешь совершить великое. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Аарон приносил Богу огонь чистый, беспримесный, но Офни и Финиес приносила, как ты, душа, чужденную от Бога нечистую жизнь. И ныне жертва моя есть дух сокрушенный и благодарный. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Тебя, престая Троица, прославляем за единого Бога. Свят, 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 Отец, Сын и Дух, простое существо, единица вечно поклоняемая, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, в тебе нетленная, не познавшая мужа, Матерь Дева, облегся в мой состав, сотворивший мир Бога, и соединил с собою человеческую природу. От всего сердца моего я возвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада преисподнего, и возвал жизнь мою от погибели. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Волны грехов моих, Спаситель, обратившись, как в Черном море, внезапно покрыли меня, как некогда египтяны их всадников, но я возопил к тебе, и ты спас меня. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Нерассудительный твой выбор, душа, как у древнего Израиля, ибо ты безрассудно предпочла божественной мане сластолюбивное пресыщение страстями. Но ныне Господь призвал тебя на чудную вечерю любви. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Колодцы хананейских помыслов ты, душа, предпочитала камню с источником, из которого река премудрости, как чаша, изливает струи богословия. Но ты, душа, расслышала голос возлюбленного твоего Иисуса, и ныне сидишь с ним у колодца мудрости его Духа Святаго. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Свиное мясо, котлы, египетскую пищу ты предпочитала пище небесной, душа моя, как древний безрассудный народ погибала в пустыне. Иисус увидел тебя и оживил, и омыл, и даровал силу на благовестие всем людям. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Как Моисей, раб твой, ударив жезлом о камень, таинственно предизобразил животворное ребро твое, Спаситель, из которого все мы почерпаем питье жизни. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! И следуй, дыша, подобно Иисусу Новину, обозри обещанную землю, какова она, и поселись в ней путем исполнения закона. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Я, Троица, простая, нераздельная, раздельная в лицах и единица, соединенная по существу. Свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, чрево твое родила нам Бога, принявшего наш образ, Его, как Создателя всего мира, моли, Богородица, чтоб по молитвам твоим нам оправдаться. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Душа моя, восстань, что ты спишь, конец приближается. И ты смутишься, пробудись же, чтоб пощадил тебя Христос, Бог вездесущий и все наполняющий. Мы согрешили, жили беззаконно, неправо поступали пред тобою, не сохранили, не исполнили, что ты заповедал нам, но не оставь нас до конца, Боже, отцов. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Когда ковчег везли на колеснице, то Оза, когда вол свернул в сторону, лишь только прикоснулся, испытал на себе гнев Божий. Но душа, избегая его дерзости, благоговейно почитай божественное. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Ты слышал об Авессаломе, как он восстал на самую природу, знаешь гнусное его деяние, которыми он обесчестил ложе отца Давида, но ты сама подражала его страстным и сластолюбивым порывам. Но родившись свыше во Христе Иисусе, ты, душа, осудила себя, чтоб жить для Господа. Благодарю тебя, Господи, Боже мой!
свободное свое достоинство ты, душа, подчинила своему телу, ибо, нашедши другого Ахитофела врага, ты склонилась на его советы, но их рассеял сам Христос, чтоб ты спасена была. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Чудный Соломон, будучи преисполнен дара премудрости, некогда сотворив злое пред Богом, отступил от него. Ему ли ты желаешь уподобиться, душа, своей жизнью достойной проклятия? Господь мой Искупитель от всех грехов, благодарю тебя, Господи, Боже мой! Увлечшись сластолюбивыми страстями, осквернился, увы, ревнитель премудрости, возлюбив нечистых женщин и отчуждившись от Бога. Ему ты, душа, не подражай, и в уме постыдным сладострастием. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Ты поревновала, душа, Иеровоаму, не послушавшему совета отеческого, и вместе злейшему рабу Иеровоаму, древнему мятежнику, избегай подражания им и взывай к Богу, согрешила ее милосердись надо мною. Была слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Троица простая, нераздельная, единосущная, единое естеством, света и света, три света, единое лицо, свято, Бог, Троица, воспеваемая в песнопениях. Воспой же и ты, душа, прославь жизнь и жизни Бога всех, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, Богородительница, ибо Ты родила единого из нераздельной Троицы Христа Бога и сама открыла для нас, живущих на земле, небесные обители. Кого прославляют воинство небесное, пред кем трепещут херувимы и серафимы, того все существа и творения, воспевайте, благословляйте, произносите, превозносите во все века. Благодарим Тебя, Господи, Боже мой! Соревновав Озии душа, ты получила себе вдвойне его проказу, ибо помышляешь недолжное и делаешь беззаконное. Ставь, что у тебя есть, и приступи к покаянию. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Ты слышала, душа, ниневитянах, рубящей и пепли, кающихся Богу, им ты подражала, хотя была упорнейшую всех согрешивших до закона и после закона. Твой дух подвиг меня к раскаянию. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Ты слышала, душа, как Иеремия в нечистом льве с рыданиями взывал к городу Сиону, искал слез. Подражай плачевной его жизни и спасешься. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Иона побежал к Фарсис, предвидя обращение невитян, ибо он, как пророк, знал милосердие Божие и вместе ревновал, чтобы пророчество не оказалось ложным. Он не желал проповедовать язычникам, считая их недостойными милости Твоей, но Ты и меня пощадил. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Ты слышала, душа, как Даниил во рве заградил уста зверей. Ты узнала, как юноши, бывшие с Азарию, верою угасили разжженный пламень печи. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Из Ветхого Завета всех я привел Тебе в пример, душа, подражай богоугодным деяниям праведных и избегай грехов людей порочных. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Безначальный Отчество, безначальный Сын, Утешитель, Благий Дух Правды, Родитель Бога Слова, Слово безначальное Отца, Дух Животворящий и Созидающий, Троица единая, помилуй меня, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Мысленная Порфира, плоть Эммануила соткалась внутри твоего чрева, пречистая, как бы из вещества пурпурного. Потому мы почитаем тебя истинной Богородицей. Рождество от бессеменного зачатия неизъяснимо, без мужной матери нетленен плод. Ибо рождение Бога обновляет природу, поэтому тебя, как Богоневесту-Матерь, мы все роды православно величаем. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Христос был искушаем, дьявол искушал, показывая камни, чтобы они обратились в хлебы. Возвел его на гору, чтобы видеть все царство мира в одно мгновение. Бойся, душа, этого обольщения, бодрствуй и же частно молись Богу. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Пустынолюбивая горлица, голос вопиющего, Христос светильник взывал, проповедуя покаяние, а Ирод беззаконствовал с Иродиадою. Смотри, душа моя, чтобы не впасть тебе в сети беззаконных,
но возлюби покаяние. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Притеча благодати обитал в пустыне, и все иудеи и самаряне стекались слушать Его, и исповедали грехи свои с усердием, принимая крещение, и Ты, душа, подражала им. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Брак честен и ложен непорочный, ибо Христос благословил их некогда. В Кане на браке, вкушая пищу плоти и протирая воду вино, совершая первое чудо, чтоб ты, душа, изменилась. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Христос укрепил расслабленного, взявшего постель свою, воскресил умершего юного сына вдовы, исцелил слугу сотника и, открыв себя самарянке, предначертал тебе, душа, служение Богу Духом. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Господи, исцелил! Господь исцелил кровоточивую через прикосновение к одежде Его, очистил прокаженных, дал прозрение слепым, исправил хромых, глухих, немых и врачевал словом скорченную, чтоб Ты спаслась, несчастная душа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Прославим Отца, превознесем Сына с верой, поклонимся Божественному Духу, нераздельной Троице, единой по существу, как свету и светом жизни и жизням, животворящему и просвещающему пределы вселенной, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, сохраняй град свой, пречистая Богородительница, под твою защиту он царствует с верой, от тебя получает крепость, и при твоем содействии неотразимо побеждает всякое бедствие, берет в плен врагов и держит их в подчинении. Преподобный отче Андрея, моли Бога о нас. Андрей, досточтимый отец, приблаженный пастырь Фрицкий, не переставай молиться за воспевающих тебя, чтобы избавиться от гнева, скорби, погибели, бесчисленных прегрешений нам всем, искренно почитающим память твою. Помощник и покровитель явился мне ко спасению, он Бог мой, прославлю его, Бога Отца моего, превознесу его, ибо он торжественно прославился. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! С юности Христе я пренебрегал твоими заповедями, всю жизнь провел в страстях, бесчестности и нерадении, поэтому и взываю к тебе, Спаситель, хотя при кончении спаси меня, и ты услышал и спас. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Поверженного пред вратами твоими, Спаситель, хотя в старости не зрень меня в ад, как невоздержанного, но прежде кончины, как человеколюбец, даровал мне оставление прегрешений. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Расточи богатство мое в распутстве, Спаситель, я чужд был плодов благочестия, но, чувствуя голос, взываю, Отец милосердный, поспеши умилосердись надо мною, и ты услышал и исполнил прошение мое. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! По помыслам моим я человек, попавшийся разбойником, теперь я весь изранен ими, покрыт язвами, но ты сам, Христос Спаситель, пришел и исцелил меня. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Священник, заметив меня, прошел мимо, и левит, видя меня в беде обнаженного, презрел. Но ты, воссиявший от Марии Иисусе, пришел, умилосердился надо мною. Преподобная Мать и Мария, моли Бога о нас. Даруй мне, Мария, неспосланную тебе свыше божественным промыслом, светозарную благодать, избежать мрака страстей и усердно воспеть прекрасные подвиги твоей жизни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Пресущественная Троица, которой мы поклоняемся как единому существу, сними с меня тяжелое бремя греховное, и как милосердное даруй мне слезы и умиление, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, надежда и помощь всем воспевающим Тебя, сними с меня тяжелое бремя греховное, и как владычица непорочная, прими меня кающегося. Внемли небо, я буду восвещать и воспевать Христа, пришедшего во плоти от Девы. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! От невоздержания, как Давид, я пал и осквернился, но ты омыл меня, Спаситель, слезами. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Ни слез, ни покаяния, ни умиления не было у меня, но ты,
Сам ты спаситель, как Бог даровал мне это. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Погубил я первозданную красоту и благообразие мое, и лежал обнаженным и не стыдился, но ты поднял меня, перевязал мне раны, ныне я твой. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Не затвори предо мной дверь, теперь дверь твою, Господи, Господи, но отвори ее для меня, кающихся тебе. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Ты внял спаситель стенанием души моей, принял слезы очей моих и спас меня. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Целоколюбец, желающий всем спасения, ты призвал меня и принял, как благие кающихся. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пречистая Богородица Дева, ты одна, всеми успеваемая, усердно моли о нашем спасении. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Видите, видите, что я Бог древности, не спаславший манну, источивший воду из камня народу моему в пустыне, одним своим всемогуществом. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Видите, видите, что я Бог, внимаю душа моя, взывающему Господу, оставь прежний грех, и убойся, как праведного судью и Бога, Он все еще долго терпит тебя. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Кому уподобилась ты, многогрешная душа, как не первому Каину и тому Ламеху, жестоко окаменив тело злодеяниями и убив ум безрассудными стремлениями, но признав Иисуса начальником и совершителем веры, ты изменилась вся. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Имея в виду всех живших до закона, о душа, не уподобилась ты сиху, не подражала ни Еносу, ни Еноху через переселение духовное, ни Ною, но оказалась чуждой жизни праведников. Господь нашел тебя, омыл, одел и соделал чадом своим. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Ты одна, душа моя, открыла бездны гнева Бога своего и потопила, как землю, всю плоть и дела, и жизнь не осталась вне спасительного ковчега. Но Бог Иегова спас тебя по любви к творению своему, и ты возлюбила его, возопив «Авва, Отче!» Преподобная Мать Мария, моли Бога о нас! Оставив прежний путь греха, ты всем усердием и любовью прибегла ко Христу, живя в непроходимых пустынях и в чистоте, исполняя божественные его заповеди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Изначальная, несозданная Троица, нераздельная единица. Прими меня, кающегося, спаси согрешившего. Я твое создание, не презри, но пощади и избавь меня от осуждения в огонь. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пречистая Владычица, Богородительница, надежда, прибегающая к тебе и пристанище для застигнутых бурей, твоими молитвами преклони на милость и ко мне, милостивого Творца, и Сына Твоего. Утверди, Господи, на камне Твоих заповедей поколебавшееся сердце мое, ибо Ты один святый Господь. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Симого благословения наследовала Ты, облагодатовственная душа, и получила, подобно Иофету, обширное владение на земле, отпущение грехов. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Удались, душа моя, от земли Харан, от греха. Иди в землю, источающую вечное, живое, нетленное, которую унаследовал Авраам. Ты, Боже, даровал мне не меньшее наследие. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Ты слышала, душа моя, как в древности Авраам оставил землю отеческую и соделался странником, подражая его решимости. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Угостив ангелов под дубом аврийским, патриарх на старости получил, как добычу обещанное. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Зная, бедная душа моя, как Исаак принесен таинственно в новую жертву всесожжение Господу, подражая его решимости. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Ты слышала, душа моя, что Измаил был изгнан, как рожденный рабыней. Бодрствуй, смотри, чтобы и тебе не потерпеть, чего бы
либо подобного за сладострастие. Ты, Боже, да ныне хранил меня. Преподобная Мать и Мария, моли Бога у нас. Окружен я Матерь Божией и сильным волнением согрешений, но Ты сама ныне спаси меня и приведи к пристанищу божественного покаяния. Преподобная Мать и Мария, моли Бога у нас. Усердное моление ныне преподобное принеся, умилостивленной Твоими молитвами, Богородице, открой и для меня божественные входы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Троица несоставное, несозданное существо безначальное, в троичности лиц воспеваемое, спаси нас с верою поклоняющихся силе Твоей, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ты, Богородица, не испытавши мужа, во времени родила сына от отца вне времени, и дивное чудо, питая млеком, прибыла девою. В Риме святой апостол Петр на площадях и в домах ежедневно проповедовал о едином Боге, Отце Всемогущем, и едином Господе Иисусе Христе, Сыне Божием, Боге истинном от Бога истинного, и едином Духе Святом, Господе Животворящем. И многих он привлек к Христовой вере, избавив святым крещением от обольщения идолопоклонством. Видя все это, Симон Волх не хотел молчать и таить своей злобы на святого Петра. Он почитал себе за посрамление проповедь апостола, которую не спроверглась его слава. И начал Волх открыто препятствовать истинному учению апостола своими лживыми словами и делами. Без всякого стыда он прикословил святому Петру среди города. Волх обольщал народ, возбуждая в нем странные мечты. Он показывал предшествующие и последующие за ним привидения, о которой говорил народу, что это души умерших. Показывал он и воскресших из мертвых, кланявшихся ему как Богу, исцелял хромых, возвращая им способность ходить и скакать. Но все это было не действительность, а призрак, подобный баснословному Протею, видоизменявшемуся различным образом, то являвшемуся с двумя лицами, то спустя немногое время превращавшемуся в козу, змея, птицу, то подавлявшемуся огню, словом принимавшему на себя всякий вид для прельщения безумных. Но достаточно было великому апостолу Господню взглянуть на дела Симона, и тотчас исчезали волхования последнего. О борьбе святого апостола Петра с Симоном волхвом, кроме метафраста, следующее сообщают пролог и великие меничутии. Когда святой Петр пришел в Рим и узнал, что Симон, называя себя Христом, творит пред глазами народа великие чудеса, то, возгоревшись ревностью по истинном Боге, он отправился к дому Симона, у ворот которого нашел большую толпу людей. Они возбраняли апостолу проникнуть внутрь дома. Тогда святой Петр сказал: «Зачем препятствуете мне пройти к льстивому волхву? Он не волх, – отвечали из толпы. Он сильный Бог, с маленькой буквы. Он поставил у ворот своих сторожа, знающего помышления человеческие». С этими словами святому апостолу указали на черного пса, лежавшего в воротах, заметив: «Эта собака умерщвляет всех думающих о семени неправду». «Я истину о нем говорю», – подтвердил святой Петр. «Симон от беса». Затем, приближившись к псу, апостол сказал: «Иди и передай Симону: Петр, апостол Христов, хочет войти к тебе». Пес пошел и человеческую речью передал Симону то, что приказал святой апостол Петр. Все слышавшие, как говорил пес, ужасались. Симон, в свою очередь, послал того же пса со словами: «Пусть войдет сюда Петр». Когда святой апостол вошел в дом, Симон начал свое волхование пред народом на глазах у святого Петра. Святой же апостол с помощью силы Христовой явил большие чудеса. Какие же именно? Из многих этих чудес следующее великое чудо вспоминает древний церковный историк, грек из
Егизип, живший около времени апостолов. В Риме у одной благородной вдовы из царского рода умер в молодых летах сын, и безутешно плакала о нем его матерь. Жалевшие ее вспомнили о мужах, явившихся в Риме, о Петре и Симоне Волхве, что они воскрешают мертвых. И вот одни призвали к умершему Петра, а другие Симона. На погребении юноши собралось много людей знатных и народа. И сказал святой Петр Симону Волхву, величавшемуся перед всем народом своей силой: «Кто из нас воскресит всего мертвеца, того учение должно быть признано как истинное». Народ одобрил решение апостола. Симон же, надеясь на свою волшебную хитрость, обратился к народу: «Если я воскрешу мертвого, убьете ли вы Петра?» «Живого сожжем пред твоими глазами!» – закричал народ. Приступив к одру умершего, Симон начал свое волшебство и при содействии бесов достиг того, что мертвый двинул своей головою. И тотчас начал народ кричать, что юноша жив, что он воскрес. Святого же апостола немедленно хотели вести до сожжения. Апостол же, дав знак рукою, просил помолчать. И когда наступила тишина, сказал: «Если юноша жив действительно, то пусть он встанет и говорит, и ходит. Пока же этого не увидите, не сомневайтесь, что Симон обольщает вас своим волшебством». Симон долго ходил кругом одра, призывая бесовскую силу, но безуспешно. Тогда он хотел бежать со стыда, народ же задержал его. А святой Петр, истинный чудотворец, воскресивший Тавифу и соделавший многие иные славные чудеса, став вдали, поднял к небу очи и руки и начал молиться: «Господи Иисусе Христе, повелевший нам Твоим именем воскрешать мертвых, молю Тебя, оживотвори сего юношу, да познает предстоящий здесь, что Ты Бог истинный, и нет иного, кроме Тебя живущего и царствующего с Отцом и Святым Духом во веки. Аминь». После этой молитвы он воззвал к мертвецу: «Юноша, встань, тебя исцеляет, воскрешает Господь мой Иисус Христос». И тотчас мертвый открыл глаза, поднялся и начал ходить и говорить. Это повествование Егизипа дополняет Маркел Римлянин. Сначала ученик Симона Волхва, впоследствии посвященный апостолом Петром святой верой и святым крещением. В своем послании к святым мученикам Нерону и Архилию Маркел говорит о воскрешенном святым апостолом юноше. Юноша, припав к ногам святого Петра, восклицал: «Я видел Господа Иисуса, повелевавшего ангелам возвратить меня по твоему повелению, моей вдовствующей матери». Тогда весь народ стал взывать: «Един Бог, и нет иного, кроме исповедуемого Петром». Симон же Волх бежал, предав бесовскую силу и своей голове вид собачий. Тем не менее, народ схватил его, причем одни хотели его побить камнями, а другие сжечь. Но святой апостол Петр воспротивился этому, сказав: «Наш Господь и Учитель не повелел воздавать за зло злом. Пустите его, пусть идет куда хочет. С него довольно стыда, поношения и убеждения в беспомощности своего волшебства». Освобожденный Симон передает Маркел: «Пришел ко мне, предполагая, что я ничего не знаю о чудесном происшествии. Симон привязал к воротам моего дома железной цепью громадного пса и говорил мне: „Посмотрю, придет ли к тебе Петр по своему обыкновению“. И через час подошел к дверям святой Петр, отвязал пса, сказав ему: „Поди, скажи Симону Волхву, перестань перещать бесовскую силу и людей, за которых Христос пролил свою кровь“. Пес пошел и передал, как человек, Симону слова апостола. Услышав это, говорит Маркел, я поспешил встретить святого Петра и принял его с честью в свой дом. Симона же и пса выгнал вон. Пес же, не вредя никому другому, бросился на самого Симона и, схватив его зубами, повалил на землю. Увидев это из окна, святой Петр именем Христовым запретил псу касаться тела Симона. Пес, не трогая тело волхва, изорвал всю его одежду, так что он стал совершенно голым. При виде этого народ кричал на Симона, смехаясь и броня его, а затем его выгнали вместе со псом из города. От такого срама и стыда Симон целый год не показывался в Риме, пока преемник Клавдия Нерон, царь нечестивый, не услыхал от злых людей похвалу злому волхву. Нерон отыскал Симона,
очень полюбил его и приблизил к себе как друга. Душа моя, восстань, что ты спишь, конец приближается, и ты смутишься. Пробудись же, чтоб пощадил тебя Христос Бог, вездесущий и все наполняющий. Мы согрешили, жили беззаконно, неправо поступали пред тобою. Не сохранили, не исполнили, что ты заповедал нам. Но не оставь нас до конца, Боже, отцов. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Ты, душа, добровольно вместила преступление Манасии, поставив вместо идола в страсти и умножив мерзости, но усердно подражай его покаянию с чувством умиления. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, слава тебе, Боже наш, слава тебе. Ты подражала Ахаву в мерзостях, душа моя, увы, ты сделалась жилищем плотских нечистот и постыдным сосудом страстей, но воздохнула из глубины своей и поведала Богу грехи свои, и Он простил и приблизил тебя к себе. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, слава тебе, Боже наш, слава тебе. Заключилось небо для тебя, душа, и голод от Бога послан на тебя, как некогда на Ахава за то, что он не послушал слов Илии Фесвитянина, но ты подражай вдове Сарепской, напитай душу пророка. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Илья попалил некогда дважды по 50 служителей Елизавели, когда истреблял гнусных пророков его в обличении Ахава. Но ты, душа, избегай подражания обоим и крепись в воздержании. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Троица простая, нераздельная, единосущная, одно божество, света и света, три святые, одно лицо свято. Бог Троица, воспеваемая в песнопениях, воспой же и ты, душа, прослав жизнь и жизни Бога всех, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай тебя, благословляем тебя, поклоняемся тебе, Богородительница, ибо ты родила одного из нераздельной Троицы Христа Бога и сама открыла для нас, живущих на земле, небесные обители, кого прославляет воинство небесное, пред кем трепещут херувимы и серафимы, того все существа и творения воспевайте, благословляйте и превозносите во все века. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Правосудный Спаситель, помилуй, избавь меня от огня и наказания, которому я должен справедливо подвергнуться на суде, прости меня прежде кончины, дав мне добродетели и покаяние. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Как разбойник взываю к тебе, вспомни меня, как Петр, горько плачу, Спаситель, как мытарь. Издаю вопль, будь милостив ко мне, проливаю слезы, как блудница. Прими мое рыдание, как некогда от жены Хананейской. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Один врач, спаситель исцеления, гниение моей смиренной души, приложи мне пластырь, елей, вино, дела покаяния, умиления со слезами. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, слава тебе, Боже наш, слава тебе. Подражая жене Хананейской, и я взываю к сыну Давидову, помилуй меня, касаясь одежды его, как кровоточивая, плачу, как Марфа и Мария над Лазарем, и ты простил меня и принял на вечерю твою любви. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Троица, безначальный Отче, безначальный Сын, утешит и благий Дух, правый Родитель, Слово Божие, безначальное Слово Отца, Дух, животворящий и созидающий, Троица единая, помилуй меня, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мысленная Порфира, плоть Эммануила, соткалась внутри твоего чрева пречистая, как бы из вещества пурпурного, потом мы почитаем тебя истинную Богородицу. Рождество от бессеменного зачатия неизъяснимо, безмужной матери нетленен плод, ибо рождение Бога обновляет природу, поэтому тебя, как Богоневесту Матерь, мы все роды православно величаем.
Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Врачуя болезни, Христос слово благовествовал нищим, исцелял увечных, вкушал с мытарями, беседовал с грешниками и прикосновением руки возвратил вышедшую из тела душу Иаировой дочери. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Мытарь спасся и блудница сделалась целомудренной. А гордый фарисей подвергся осуждению, ибо первый взывал: «Будь милостив ко мне», другая: «Помилуй меня», а последний тщеславно возглашал: «Боже, я не таков, как прочие», и прочие безумные речи. «Благодарю тебя, Господи, Боже мой, слава тебе, Боже наш, слава тебе». Захей был мытарь, однако спасся, Симон фарисей соблазнялся, а блудница получила решительное прощение от имеющего власть отпускать грехи. Спеши, душа, и ты подражать ей. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Бедная душа моя, ты подражала блуднице, которая, взяв сосуд с миром, мазала со слезами и отирала волосами ноги Спасителя, разорвавшего запись прежних ее прегрешений. Так же было и со мною. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Ты знаешь, душа моя, как прокляты города, которым Христос благовестил Евангелие. Страшись этого примера, чтобы и тебе не быть, как они, ибо владыка, уподобив их содомлянам, присудил их к аду. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Не окажись, душа моя, по отчаянию хуже хананьянки, слышавшей о вере, по которой Божьим словом исцелена дочь ее. Ты воззвала, как она, Христу из глубины сердца: «Сын Давидов, спаси меня! Помилуй меня, Боже, помилуй меня!» Благодарю тебя, Господи, Боже мой, слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Жертворящему и просвещающему концы прославим Отца, превознесем Сына, с верою поклонимся Божественному Духу, нераздельной Троице Единой, по существу, как свету и светом жизни и жизням, животворящему и просвещающему пределы вселенной, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, сохрани грацию, пречистая Богородительница. Под твоей защитой он царствует с верою, и от тебя получает крепость, и при том содействии неотразимо побеждает всякое бедствие, берет в плен врагов и держит их в подчинении. Преподобный отче Андрея, моли Бога о нас. Андрей, досточтимый отец, предложенный пастырь Критский, не переставай молиться за воспевающих тебя, чтобы избавиться от гнева, скорби и погибели бесчисленных прегрешений нам всем искренне почитающим память твою. Помощник и покровитель явился мне ко спасению. Он Бог мой, прославлю его, Бога Отца моего, и превознесу его, ибо он торжественно прославился. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Агнец Божий, взявший грехи всех, сними с меня тяжкое бремя греховное, и как милосердный даруй мне слезы умиления. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, слава тебе, Боже наш, слава тебе. К тебе преподай, Иисус, и согрешил я пред тобой, милосердись надо мною. Сними с меня тяжкое бремя греховное, и как милосердный даруй мне слезы умиления. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Не входи со мной в суд, взвешивай мои дела, исследуя слова и обличая стремления. Но по твоим щедротам, презирая мои злодеяния, спаси меня, всесильный. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Время покаяния. К тебе прихожу, моему Создателю, сними с меня бремя тяжкое, греховное. И как милосердный даруй мне слезы умиления. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, слава тебе, Боже наш, слава тебе. Расточив грехи духовное богатство, я чувствую ты, добродетели, но, испытывая голод, взываю: источник милости, Господи, спаси меня. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, преподобная Мать Мария, моли Бога о нас. Покорившись пред божественными заповедями Христа, ты предалась ему, оставив необузданные стремления к удовольствиям, и все добродетели, как одну, исполнила со всем благоговением.
Благодарю Тебя, Господи Боже мой, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Пресущественная Троица, которой мы поклоняемся, так единому существу, сними с меня бревинтиное бремя греховное, и как милосердное даруй мне слезы умиления, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, надежда и помощь всем воспевающих Тебя, сними с меня тяжелое бремя греховное, и как владычица непорочная, прими меня кающегося. Видите, видите, что я Бог, в древности не спаславший манну, источивший воду из камня народу моему в пустыне, одним своим всемогуществом. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Мужа убил я, сказал Ламех, язву себе, юношу в рану себе взывал он. Рыдая, душа моя вострепетала, осквернив тело и помрачив ум. Благодарю, что продлил жизнь мою, Господи, и помилуй меня, Боже мой, помилуй меня. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ты умудрилась, душа, устроить толк и воздвигнуть твердыню своими возделениями, но Творец обуздал замыслы Твои и поверг на землю Твои построения. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. О, как уподобился я древнему убийце Ламеху, убив душу, как мужа, ум, как юношу, и, подобно убийце, Каину тело мое, как брата, сластолюбимыми стремлениями, но, обратившись к Тебе, раскаялся во всем непотребстве, и Ты не отринул меня, помилуй меня, Боже. Помилуй меня, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господь некогда пролил дождем огонь от Господа, попалив неистовое беззаконие содомлян. Ты же, душа, разожгла огонь гиенский, в котором должна была бы гореть. Но голгофской жертвой Иисуса Христа Ты избавлена от вечных мук. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Израненный я, вот стрелы врага, пронзившие душу мое тело, вот раны, язвы, струпы вопиют об ударах самопроизвольных моих страстей. Ты же перевязал раны мои, доставил в гостиницу церковь Твою, преподобная Мать Мария, моли Бога о нас. Утопая в бездне зла, Ты простерла, Мария, руки свои милосердному Богу, и Он, всячески ища Твоего обращения, человеколюбиво подал Тебе, как Петру, божественную руку. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Безначально созданная Троица, нераздельная единица, прими меня, кающегося, спаси согрешившего, я Твое создание не презри, но пощади, избавь меня от осуждения в огонь, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пречистая Владычица, Богородительница, надежда, прибегающая к Тебе, и пристанище для застигнутых бурей Твоими молитвами, преклони на милость и ко мне милостью от Отца Сына Твоего. Утверди, Господи, на камне Твоих заповедей поколебавшееся сердце мое, ибо Ты один свят и Господь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Древней Агаре египтянке уподобилась Ты, душа, порабощенная своим произволом, и, родив нового Измаила, дерзость обрати, Господи, на путь служения Тебе и сего Измаила. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ты знаешь, душа моя, о лестнице с земли до небес, показанной Якову, и Ты избрала безопасный восход, благочестие. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Подражай священнику Божию, царю одинокому Мелхиседеку, образу жизни Христа среди людей в мире. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Обратись и воздыхай, несчастная душа, прежде нежели кончится торжество жизни, прежде чем Господь затворит дверь брачного чертога. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Не сделайся соляным столпом, душа, обратившись назад, да устрашит тебя пример содомлян. Спасайся на гору всегор,
Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Не отвергни, Владыка, моления воспевающих Тебя, но умилосердишь человеколюбец и просящим с верой даруй прощение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Троица несоставная, несозданная, существо безначальное в троичности лиц воспеваемое, спаси нас с верой поклоняющихся сей Твоей ныне присно и во веки веков. Аминь. Ты, Богородительница, не испытавшая мужа, во времени родила сына от отца вне времени, и дивное чудо, питая молоком, прибыла девою. Услышал пророк о пришествии Твоем, Господи, и устрашился, что Тебе угодно родиться от девы явиться людям, и сказал: услышал я весть о Тебе и устрашился. Слава силе Твоей, Господи! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Время жизни моей кратко исполнено огорчений и пороков, но прими меня в покаянии, призови к познанию истины, чтобы не сделаться мне добычей пищей врага. Спаситель, умилосердись надо мною. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Человек, облеченный царским достоинством, венцом и пограницею, много имевший и праведный, изобиловавший богатствами, стадами, внезапно обещав, лишился богатства, славы и царства, но Ты вывел его в Твой свет. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Если он, будучи праведным и безукоризненным более всех, не избежал козни и сетей обольстителя дьявола, то что сделаешь ты, грехолюбивая несчастная душа, если что-нибудь неожиданное постигнет тебя, да не возвратишься назад, как пес на свою блевотину? Ты до ныне хранишь меня, Боже мой. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Высокомерен я был на словах, дерзок и в сердце напрасно и тщетно, и Ты не осудил меня с фарисеем, даруй мне смирение мытаря, и к нему причисли один милосердный и правосудный. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Знаю, милосердный согрешил я, осквернив сосуд моей плоти, но Ты принял меня в покаянии и призвал к познанию истины, чтобы не сделаться мне добычей пищей врага. Сам Ты, Спаситель, умилосердился надо мною. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Истуканом я сделал сам себя, исказив душу свою страстями, милосердный, но Ты принял меня в покаянии и призвал к познанию истины, чтобы не сделаться мне добычей пищей врага. Сам Ты, Спаситель, умилосердился надо мною. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Не послушал я никогда голоса Твоего, нарушал Писание Твое, Законодатель, но Ты принял меня в покаянии и призвал к познанию истины, чтобы не сделаться мне добычей пищи врага. Сам Ты, Спаситель, умилосердился надо мною. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Преподобная Мать Мария, моли Бога у нас. Улегшись в глубину великих пороков, Ты, Мария, не погрязла в ней, но высшим помыслом через деятельность явно поднялась до совершенной добродетели, дивно изумив ангельскую природу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Нераздельным по существу, неслиянным в лицах благословски исповедую Тебя, Троичное Единое Божество, соцарственное, сопрестольное, возглашаю Тебя великую песнь в небесных обителях троекратно воспеваемую, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. И рождаешь Ты, и остаешься Девою в обоих случаях, сохраняя по естеству девство. Рожденный Тобой обновляет законы природы, а девственное чрево рождает, когда хочет Бог, то нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет. От ночи бодрствующего просвети меня, молю, человеколюбец, путеводи меня в повелениях Твоих и научи меня, Спаситель, исполнять волю Твою. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Подражая скорченной жене, пришел я, припал к ногам Иисуса, чтобы Он исправил меня, и Ты, душа моя, могла ходить прямо по стезям Господним.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Если Ты глубокий колодец, Владыка, то источи мне струи из пречистых ребер Твоих, чтобы я, как тамарянка, испив, уже не жаждал, ибо Ты источаешь потоки жизни. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Силамом да будут мне слезы мои, Владыка, Господи, чтобы и мне очистить, чтобы и мне омыть очи сердца и умственно созерцать Тебя, предвечный свет. Преподобная Мать и Мария, моли Бога о нас. С чистой любовью возжелав поклониться древу жизни всеблаженное, Ты удостоила желаемого, удостой же меня достигнуть высшей славы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Тебя, Пресвятая Троица, прославляем за единого Бога. Свят, свят, свят Отец, Сын и Дух, простое существо единое, единица вечно поклоняемая, и ныне, присно, и во веки веков. Аминь. В Тебе, нетленная, не познавшая мужа, Матерь Дева, облегся мой состав, сотворивший мир Бог, и соединил с собой человеческую природу. От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада преисподнего, и воззвал меня, и воззвал жизнь мою от погибели. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Я та драхма с царским изображением, которая с древности потеряна у Тебя, Спаситель, но засветив светильник предтечу своего слове, Ты искал и нашел меня свой образ. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Восстань и низложи плотские страсти, как Иисус Амалека, Амалека всех побеждая и гавальнитян обольстительные помыслы. Ты всегда даешь силу поражать врага, Боже мой. Преподобная Мать Мария, моли Бога о нас. Чтобы угасить пламя страстей, Ты, Мария, пылая душою, пренепрестанно проливала потоки слез, при изобилии которых даруй и мне, рабу Твоему. Преподобная Мать Мария, моли Бога о нас. Возвышеннейшим образом жизни на земле Ты, Матерь, приобрела небесное бесстрастие, поэтому ходатайствуй, чтобы воспевающие Тебя избавились от страстей по Твоим молитвам. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Я, Троица, несоставная, нераздельная, раздельная в лицах и единица, соединенная по существу, свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух, и ныне, присно, и во веки веков. Аминь. Чрево Твое родило нам Бога, принявшего наш образ, Его, как Создателя всего мира. Моли, Богородица, чтобы по молитвам Твоим нам оправдаться. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, присно, и во веки веков. Аминь. Душа моя, восстань, что ты спишь. Конец приближается, и ты смутишься. Пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Бог, вездесущий, все, все наполняющий. Ты услышал мольбу мою и исполнил попрошение ее. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Мы согрешили, жизнь беззаконна, неправо поступали пред Тобою, не сохранили, не исполнили, что Ты заповедал нам, но не оставь нас до конца, Боже, Отцов. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Дни мои прошли, как сновидение пробуждающегося, поэтому, подобно Езекии, я плачу на ложе моем, чтобы продлились годы жизни моей. Но какой Исаия посетит тебя душа, если не Бог всех? Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Преподаю к тебе и приношу тебе со слезами слова мои. Согрешил я, как не согрешила блудница, и жил в беззаконии, как никто другой на земле. Но ты умилосердился надо мною, Владыка, над созданием своим, и восстановил меня. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Затмил я образ Твой и нарушил заповедь Твою, вся красота помрачилась во мне, и светильник погас от страстей, но милосердие, Спаситель,
и возврати мне, как поет Давид, веселье. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Обратись, покайся, открой сокровенное, скажи Богу всеведущему, Спаситель, ты один знаешь мои тайны, но сам помилуй меня, как поет Давид, по твоей милости. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Слава тебе, преподобная Мать Мария, моли Бога о нас. Воззвавши к пречистой Богоматери, ты обуздала неистовство страстей, прежде жестоко свирепствовавших, и посрамила врага обольстителя. Даруй же ныне помощь в скорби и мне, рабу твоему. Преподобная Мать Мария, моли Бога о нас. Кого ты возлюбила, кого избрала, для кого изнуряла плоть преподобная, моли ныне Христа рабах твоих, чтобы он по своей милости ко всем даровал мирное состояние почитающим его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Простая Троица, простая, нераздельная, единосущная, и одно Божество, света и свет, три святые, и одно лицо свято, Бог, Бог Троица, воспеваемое в песнопениях, воспой же, и ты, душа, прославь жизнь и жизни Бога всех, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваем тебя, благословляем тебя, поклоняемся тебе, Богородительница, ибо ты родила одного из нераздельной Троицы Христа Бога и сама открыла для нас, живущих на земле, небесные обители. Кого прославляют воинство небесное, и пред кем трепещут херувимы и серафимы, того все существа и творения воспевайте, благословляйте и превозносите во все века. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Изливая сосуд слез, как мира на голову, Спаситель, взываю к тебе, как ищущая милости блудница, приношу моление и прошу о получении мне прощения, и ты, милостиво, принял меня. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Хотя никто не согрешил пред тобою, как я, но, милосердный Спаситель, ты принял меня, как кающегося со страхом и с любовью взывающего. Я согрешил пред тобою одним, помилуй меня, милосердный. Ты обнял меня с любовью, как блудного сына. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, что даровал мне рождение свыше, рождение от Духа твоего и от Святого Евангелия через Новый Завет. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Ты пощадил Спаситель создание твое, как пастырь отыскал потерянного, возвратил заблудшего, отнял у волка и сделал меня агнцем на пастбище твоих овец. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Когда ты, милосердный, воссядешь, как судья, и откроешь грозное величие свое, Спаситель, о, какой ужас тогда! Печь будет гореть, и все трепетат пред неумолимым судом твоим, но меня ты уже вписал в книгу жизни и перевел от смерти в жизнь. Преподобная Мать Мария, моли Бога о нас. Матерь незаходимого света Христа, просветив тебя, освободила от мрака страстей, поэтому, приняв благодать Духа, просвети, Мария, искренно прославляющих тебя. Преподобная Мать Мария, моли Бога о нас. Увидев тебе, Матерь, поистине новое чудо, святой Зосима удивился, ибо он увидел ангела во плоти и весь преисполнился изумлением, воспевая Христа вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Безначальный Отчество, безначальный Сын, утешитель благий, Дух правый, Родитель, Слово Божие, безначальное Слово Отца, Дух животворящий, созидающий, Троица единая, прими благодарность за призвание в Царство Сына Божия, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Мысленная Порфира, плоть Эммануила соткалась внутри твоего чрева, пречистая как бы из вещества пурпурного, потому мы почитаем тебя истинную Богородицу. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Рождество бессеменного зачатия неизъяснимо, безмужной матери нетленен плоть, ибо рождение Бога обновляет природу, поэтому тебя, как Бога невесту, Матерь, мы все роды православно величаем. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Умилосердись, спаси и помилуй меня, сын Давидов, словом исцелявший безнующихся, и скажи, как разбойнику, милостивые слова. Истинно говорю тебе, со мною будешь в раю, когда приду я в славе моей. Слава тебе, Боже наш, слава тебе!
Разбойник поносил тебя, разбойник же и Богом исповедовал тебя, вися на кресте, вися оба на кресте, но милосердный, как уверовавшему разбойнику, познавшему в тебе Бога, открыл и мне дверь славного твоего царства. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Тварь содрогалась, видя тебя распинаемым, горы и камни от ужаса распадались, и колебалась земля, преисподняя пустела, и свет среди дня помрачался, взирая на тебя, Иисус, плотью ко Христу пригвожденного. И ты даровал мне в это поверить искренно от всей души, по слову твоему, всей душой полюбить святую дух богоносную Библию. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Достойный плодов покаяния ты ждешь от меня, единый Спаситель, и хотя сила моя истощилась во мне, даруй мне всегда сокрушенное сердце духовную нищету, чтобы я принес их тебе, как благоприятную жертву. Ты оживил меня через слово твое, через богодарованную Библию. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Судья мой, знающий меня, когда опять придешь ты с ангелами, чтобы судить весь мир, тогда обрати на меня милостивый взор, пощади, Иисусе, и помилуй меня, согрешившего более всякого человеческого рода. Ты сказал, что верующий в тебя имеет жизнь вечную, и я поверил в тебя, как в моего Спасителя. Все это познавая через Библию и внимая Духу Святому, особенно на молитве и при принятии святых и животворящих твоих таинств, благодарю тебя, Господи, Боже мой. Преподобная Мать и Мария, моли Бога о нас. Ты удивила необычную своей жизнью всех, как чины ангельские, так и человеческие, сонмы, духовно пожив и превзошедшие природу. Поэтому, Мария, ты, как бесплотная, шествуя стопами, перешла Иордан. Преподобная Мать и Мария, моли Бога о нас. Склони Творца на милость к воспаляющим тебя, преподобная Мать, чтобы нам избавиться от огорчений и скорбей, отовсюду нападающих на нас, чтобы, избавившись от искушений, мы непрестанно величали прославившего тебя, Господа. Преподобная Мать Андрея, моли Бога о нас. Андрей, досточтимый отец, преблаженный пастырь Критский, не переставай молиться за успевающих тебя, чтобы избавиться от гнева, скорби, погибели бесчисленных прегрешений нам всем, искренно почитающим память твою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Прославим Отца, превознесем Сына, с верою поклонимся Божественному Духу, нераздельной Троице, единой по существу, как свету и светом, жизни и жизням, животворящему и просвещающему пределы Вселенной, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сохраняй град свой, пречистая Богородительница, под твоей защитой он царствует с верою, и от тебя получает крепость, и при твоем содействии неотразимо всякое, побеждая всякое бедствие, берет в плен врагов и держит их в подчинении. Заключительная часть жития святого апостола Петра. Пролог же и великие Минеи, кроме того, говорят еще следующее о Симоне Волхве. Симон Волх приказал себя усечь мечом, обещаясь на третий день воскреснуть. Вместо же себя он поставил под меч Овна, придав ему способность казаться человеком. Так Овен и был усечен вместо Волхва. Святой же Петр, отогнав бесовское наваждение, обличил ложь Симона. Все увидели, что в голове усечен не Симон, а Овен. Об окончательном же победе святого Петра над Волхвом, погубившей последнего, все согласно передают таким образом. Все. Не будучи в состоянии ни в чем победить святого апостола Петра и не вынося более стыда и посрамления, Волх обещался вознестись на небо. Собрав всех служивших ему бесов, Симон с лавровым венком на голове пришел на середину города Рима к одному высокому зданию. Поднявшись на последнее, он начал с высоты здания гневно говорить народу: «Так как вы, римляне, до сих пор пребываете в своем безумии и, оставив меня, следуете за Петром, то и я покидаю вас. Уже не буду я защищать города, но повелю моим ангелам взять меня на ваших глазах на свои руки и вознесусь к Отцу моему на небо, откуда ниспошлю на вас великие казни за то, что вы не послушали слов моих и не веровали моим делам». Так сказав, Волх восплеснул руками и бросился в воздух, поддерживаемый бесами. Он начал летать по воздуху, поднимаясь вверх. Люди же в сильном изумлении говорили друг другу: «Это дело Божие, летать с плотью по воздуху».
Великий же апостол Петр начал громко в услышание всех молиться Богу: «Господи Иисусе Христе, Боже мой, обличи прелести волхва сего, дабы не соблазнялись верующие в Тебя». А потом он возвал: «Вам, о бесы, повелеваю именем Бога моего, не носите его более, но оставьте его там, где он сейчас находится в воздухе». И тотчас бесы, повинуясь запрещению апостола, покинули Симона в воздухе, и полетел окаянный волх на землю, как некогда дьявол, сверженный с неба долу, и упавший разбился. Присутствующий при этом народ долго восклицал: «Велик Бог, проповедуемый Петром, и воистину нет Бога, кроме него». Упавший же волк, хотя и сильно разбился, но по Божьему усмотрению был еще жив, чтобы познать бессилие окаянных бесов и свое собственное, исполниться по сравнению и разуметь силу всемогущего Бога. С раздробленными членами лежал он на земле, испытывая невыразимые страдания, а наутро с мучением изверг свою несчастную душу, предав ее в руки бесов, чтобы отнести в ад к сатане, отцу их. Святой же Петр после низвержения Симона стал на возвышенном месте и, дав знак рукою к молчанию, начал учить народ познанию истинного Бога и многих своим продолжительным словом обратил к христианской вере. Царь Нерон, узнав о позорной кончине своего друга, чрезвычайно разгневался на святого Петра и хотел его убить. Но, как повествует святой Метафраст, ярость царя не тотчас, а лишь спустя несколько лет исполнил свое злобное намерение относительно своего святого апостола Петра. По смерти Симона Волхва святой Петр пробыл в Риме недолго, обратив многих и крестив, утвердив церковь и поставив епископом Лина, он пошел из Рима в Таракину, где Епафродита, другого, а не вышеупомянутого, поставил епископом. Прибыв в Сирмию, город Испании, и рукоположив здесь во епископа Епинета, он удалился в Карфаген в Африке, где поставил во епископы Крискента. Достигнув Египта, он поставил в нем епископов Седмовратным, Фивом Руфа, Александрии Евангелиста Марка. Затем, по откровению, он был в Иерусалиме в день Успения Пресвятой Девы Марии Богородицы и снова возвратился в Египет. Пройдя Африку, он достиг Рима. Отсюда пришел в Медиолан, а потом в Фатикин, где поставил епископов и пресвитеров. Удалившись в Британию, он прожил здесь долгое время, привлекший многих народы к вере Христовой. В Британии святому апостолу Петру было явление ангела, сказавшее ему: «Петр, приблизилось время твоего отшествия из этой жизни. Тебе должно идти в Рим, где, претерпевший крестную смерть, ты получишь достойное воздаяние от Христа Господа». Возблагодарив Бога, святой Петр после явления остался на несколько дней в Британии, утверждая церкви, поставляя епископов, пресвитеров и диаконов. В 12-й год правления Нерона он прибыл в Рим и поставил как помощника в церковном управлении епископом Климента, хотя последний и отказывался, не желая возлагать на себя такого ига. Вняв увещеванием апостола, Климент, как послушный сын, преклонил свою волю под Христово ярмо и вместе с учителем своим и прочими святыми священными мужами влек колесницу Слова Божия. И многие в Риме благородные знатные мужи и жены просвещались верою и святым крещением. Были же у царя Нерона две жены замечательной красоты, которых он любил более всех прочих своих наложниц. Приняв святую веру, они решили вести целомудренную жизнь и не хотели повиноваться похотям, похотливым желаниям царя. Он же бесстыднейший и ненасытимый блудник разгневался за это на всю церковь верных, а особенно на апостола Петра, виновника обращения ко Христу помянутых жен, начавших целомудренную жизнь. Вспомнил царь и смерть любимого друга Симона Волхва и начал искать святого Петра для смертной казни. Вышеупомянутый церковный историк Егезип сообщил, что когда святого Петра искали для убиения, верные просили его ради пользы многих скрыться и удалиться из Рима. Апостол никак не соглашался на это, желая лучше за Христа страдать и умереть. Верующие же с плачем умоляли апостола сохранить жизнь свою, столь нужную святой церкви, обуреваемой среди неверных волнами бед. Склонившись на слезные мольбы от всего словесного стада, святой Петр дал обещание скрыться из города и в следующую ночь, простившись со всеми после соборного моления, удалился один. И когда он был у городских ворот, то увидел идущего ему навстречу в город Господа Иисуса Христа. Поклонившись ему, святой Петр спросил: «Куда идешь, Господи?»
«Иду в Рим, чтобы снова распяться», — ответил ему Господь и стал невидим. Изумленный апостол понял, что Христос, страдающий в рабах своих, как в своих действительных членах, хочет и в его теле пострадать в Риме. Поэтому он опять возвратился к верным и был взят воинами на смерть. Святой Метафраз говорит, что святой Петр был взят не один, а с множеством верных, среди коих находились Климент, Иродион, Олимп. Их мучитель осудил на усекновение мечом, а святого апостола Петра на распятие. Взявшие осужденных воины повели их на место казни. Климента, как родственника царского, они пощадили, отпустив на свободу. Иродиана же и Олимпа, пришедших в Рим с апостолом Петром, вместе с многими верующими убили мечом. Святой же Петр молил своих распинателей, чтобы распяли его вниз головой, почитая этим Господа своего на кресте распявшегося волею. Он не хотел уподобиться ему в образе распятия, желая под ноги его преклонить свою голову. Так скончался великий апостол Господень святой Петр, прославив Бога крестную смертью, терпя великую муку от гвоздей в руках и ногах. Он предал непорочную душу свою в руки Божии 29 июня. Ученик его, святой Климент, испросив тело апостола, снял его со креста, спрятал и, созвав оставшихся верных и святителей, похоронил с честью. Также предали честному погребению тела и пострадавших с ним и Родиона, Олимпа и прочих верных. Славе Христа Бога, со Отцом и Святым Духом, славимого, славимого во веки. Аминь. Аминь. В разбойническое пути впадши душе моя, люте и уязвлена иси от своих согрешений, предавшийся неразумным врагом, но яко имущее время в умилении возопию, упование ненадежных в животе, отчаявшихся спаси, восстави и спаси мя. Во броня веры обокшися добре и образом крестным, вооружившая себе воине благомощнее показастися мучителям мужески, противися и дьяволю прелесть потребисти, победители бывшие, венце подобистися, молитесь Христу о нас, Боже же спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Прими глас и раб твоих, всечистая Богородица Дева, и моли непрестанно грехов разрешения и мир даровати нам. Книги Исаии на чтение. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящий по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, его и новое я возвещу, прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю все, и все наполняющие его, острова и живущие на них, да возвысит голос пустыни, и гора ее, селение, где обитает Кедар, да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор, да воздадут Господу славу и хвалу Его, да возвестят на островах. Господь выйдет, как исполин, как муж брани, возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик, и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающее, буду разрушать и поглощать все.
опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и сушу, и осушу озера, и поведу слепых дорогою, которой они не знают. Неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми, вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Молчах и дай, и всегда умолчу, и потерплю терпех, яко рождающее истреблю и сушу вкупе. Опустошу горы и холмы, и всякую траву их иссушу, и положу реки во островы и луги иссушу, и наведу слепые на пути гоже, не видишь, и по стезям их не знаша, ходите сотворю им тьму во свет, и стропотное в правое, все глаголы сотворю и не оставлю их. Воспойте Господу песнь новую, яко дивно сотвори Господь, спаси его, десница его, видишь все концы земли, спасение Бога нашего. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, лазыка живота моего, дух праздности, либо начале празднословия и серебролюбия, дай мне. Дух же целомудрий, смиренно мудрый, терпение, любви, даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зрите мои прегрешения, осуждать и брата моего, ибо ты благословен вовеки. Аминь. Боже, милости буди нам грешным. Создавай нас, Господи, помилуй нас. Без числа согрешенными, Господи, прости и помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Боже Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Боже Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Боже Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Боже, очисти нас грешных. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Господи, и владыка живота мой, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия и сребролюбия, не дашь мне. Дух же смиренно мудрый, целомудрый, терпение, любви, даруй мне, Господи, рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй зрите мне мои прегрешения, суждать и брата моего, яко ты благословен во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твою суди меня. Боже, услышь молитву, мы внемли словам уст моих. Ибо чужие восстали на меня и сильные еще души мои, они не имеют Бога пред собою. Вот Бог, помощник мой, Господь, подкрепляет душу мою, Он воздаст за зло врагам моим. Истину Твою истреби их, я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрела око мое. Услышь, Боже, молитву мою, не скрывайся от моления моего, внемли мне, услышь меня. Я стеною в горести мою смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого. Ибо они возводят на меня беззаконие, в гневе враждуют против меня, сердце мое трепещет во мне. И смертные ужасы напали на меня, страх и трепет нашел на меня, и ужас объел меня. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы, успокоился бы, далеко удалился бы и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, раздели языки их, ибо я вижу насилие распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяния, бедствия посреди его. Посреди его пагуба, обманы, коварства не сходят с улицы его, ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мной, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня тоже, что я, друг мой, близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий. Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад. Ибо злодейство в жилищах их посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня.
Вечером и утром и в полдень буду умолять его пиять, и он услышит голос мой. Избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущих, потому что нет в них перемены. Они не боятся Бога, прострели руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой. Уста их мягче масла, в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботу твоим, поддержит тебя. Никогда не даст он поколебаться праведнику. Ты, Боже, не низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на тебя, Господи, уповаю. Живущий под кровом Всевышнего, под тенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими соединит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение, истина его, не убоишься ужасов ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень, падут подле тебя тысяча, десять тысяч, десной тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнему избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедуют тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не притнешься камень ногою твоею. На аспида Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, услыша его, с ними в скорби, избавлю его и прославлю его, долготой день насыщу его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, веки веков, аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, присно, веки веков, аминь. Яко ненимо и дерзновение за премногие грехи наши, ты же от тебя, родчикаяся Мария Богородица, Дева, много бо Божит моление, Матерника, ко благосердию Владыки, не преды грешных мольбы все чистая, яко милости в честь и спасти моги, и же страдать для нас изволивай. Скоро да предварят нищедроты Твои, Господи, яком нищахам зело. Помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, присно, веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и остави нам долги наши, и каже мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемый, славимый, Христе Божий, долготерпеливый, много милости, много благоутробнее, и же праведную, любя и грешное, милуя, и же вся завыка спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими и наше счастье и молитвы, и исправи жизнь нашу к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями, соблюдаемыми, доставляемыми, достигнем соединения веры, и в разуме преступные Твои славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим, славнейший без сравнения Серафим, без истления Бога Слова Родшего, сущую Богородицу Тебя величаем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже Господи сил, и вся Твоя содетелю,
иже за милосердие беспрекладные милости Твои я, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, неспославен на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победив тем начало и власти тьмы, сам, Владыка, человека любче, прими и нас, грешные, благодарственные, сия молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озловите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригласи страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей узви души наша, да к Тебе всегда взирающие, и же от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу с Единородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и Жетворящим Твоим Духом, ныне, присно и во веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и благоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Помолитесь. Ну, своими словами, да, уже. Господи Боже наш, мы просим Тебя, благослови нас, пришедших к Тебе. Надеемся на великую милость, которую Ты оказал нам в этот день, соприкоснуться с тайной этого канона. Ты позволил нам увидеть, что здесь три ступени – покаяние, благодарение и славословие. Хвала Тебе. Найди наших родных и близких, кто не примирился еще с Тобою. И дела все наши устрой, как угодно воле Твоей святой, и распусти нас с миром. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Чтение великопостное великого канона Андрея Пинского закончено на этот день. На этот год. До встречи в следующем году. С миром Божьим, по домам.